Итак, у нас на операционном столе смартфон DXP-XL240. Приступаем к операции частичной разборки. Первым делом отщелкиваем заднюю панель. Теперь вытаскиваем аккумулятор. Затем снимаем нижнюю вставку, прикрывающую динамик. Нащупываем здесь щель. Расширяем ее и преимущественным движением вверх снимаем эту вставочку. Теперь нам нужно отвернуть 10 винтов, которыми прикручена внутренняя пластиковая рамка. А все 10 откручивать не будем, часть из них я уже открутил, открутим 2 последних. Так, здесь. Так, теперь здесь нащупываем ногтем или каким-либо острым предметом, вроде скальпеля, щель. Ее расширяем. Никто не обещал, что это будет легко. Так, вот щель пошла дальше. И аккуратными движениями снимаем внутреннюю пластиковую рамку. Все, частичная разборка сделана.